Спонсоры программы – Шинный центр «Территория», улица Студенческая, 15, телефон 58-22-11. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. ГУ МЧС России по Амурской области сообщило подробности пожара в Чигирях, где огонь полностью уничтожил коттедж молодой семьи. Пожар начался в гараже, который пристроен к дому. От него огонь перекинулся на второй этаж и на кровлю. По факту пожара проводится проверка. На месте работают дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску. Эксперты испытательной пожарной лаборатории, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин. Рассматриваются две основные версии пожара: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей. Как стало известно, АСН-24 в коттедже жила молодая семья, муж с женой. Когда здание загорелось, их не было дома. Люди в пожаре не пострадали. Однако, по словам очевидцев, в горящем доме погибла собака. 14 января в соцсетях появилось сообщение о смерти ученицы 8 класса одной из школ Свободного. Тело девочки родственники обнаружили 13 января. В Свободненском следственном отделе СК РФ по Амурской области подтвердили данный факт, пишет сайт gzt.sv.ru. Несчастный случай произошел во дворе дома, где жила школьница. В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Авторы сообщения в соцсетях просят оказать помощь на организацию похорон семьи погибшей девочки. В Амурской области транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В квартире 38-летнего местного жителя изъят мешок с марихуаной. Вес наркотического средства превысил 2,5 килограмма, сообщает пресс-служба УТМВ России по ДВФО. Мужчина утверждает, что наркотики он изготовил, собрав в лесном массиве кусты дикорастущей конопли. Он является наркозависимым и временно неработающим. Ранее мужчина был судим за совершение имущественного преступления. В отношении подозреваемого избрано меры пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следователями следственного отдела Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Амурчанину грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В районе перекрестка улицы Зейской и переулка Святителя Иннокентия произошло ДТП. Столкнулась иномарка и микрогрузовик, сообщают очевидцы. Шокирующие кадры аварии в центре Благовещенска появились в группе «Благ ДТП». На записи видеорегистратора видно, как буквально в нескольких метрах перед автомобилем проезжую часть пересекает человек. Благополучно минуя пешехода, иномарка врезается в микрогрузовик со встречной улицы. О пострадавших на данный момент не сообщается. В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни утверждают, что водитель иномарки мог затормозить и уйти от столкновения. Другие обвиняют водителя грузовика, не пропустившего вперед легковушку. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Шинный центр «Территория» сообщает о новом поступлении шин для грузовых и легковых автомобилей. Всегда в наличии большой выбор шин разных размеров производства «Китай». Высокое качество по доступной цене. Трудовая 149, пересечение с магистральной и Студенческая 15. Телефон 58-22-11.